Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Карло Банони, итальянский художник, родился в 1569 году, активно работал в основном в Эмилии и Феррари и считается главным художником школы Феррары. Данные из Википедии, их не очень много. Изучал живопись у Джузеппе Маццуолли, известного как Бастаролла. Знал лично Герчина и Гвидо Рени, восхвалял его за щедрость самой честной жизни, отличное знание дизайна и силу раскрашивания. Банони приобрел известность в Феррари, когда умер художник Скарселлино. Среди его учеников были Альфонсо Риваролла, Джованни Баттиста Далла Торре и Камилла Берлингери. Его племянник Леонелло Банони также был художником. Умер в 1632 году, был неутомимым экспериментатором и неутомимым путешественником. Работал для религиозных и мирских клиентов в Италии. Заработал хорошую репутацию, которая сделала его одним из выдающихся художников феррарской школы. Формировался под руководством Джузеппе Маццуолли. К первым годам 17 века он переехал в Рим, где во время своего пребывания на него повлияли работы Караваджо, из которых он сделал различные копии. Работал в базилике Сан-Пантериньяно. Своеобразной чертой его работ, по сути, была эмоциональная энергия, источаемая каждой фигурой и каждой композицией. Был великим натуралистом, ведь в таких его произведениях, как «Чудо Сорианна» или «Ангел-хранитель», священные диалоги с повседневной реальностью, религиозные фигуры и реальные, и человечные. Его самые значительные работы были в Феррари, в церкви Санта-Мария-Инвадо и в Реджо-Эмилии у базилики Мадонна-дель-Гиар. Ну, вот такие небольшие данные из переводной Википедии о итальянском художнике Карло Банони, который жил с 1569 по 1632 года. Пока-пока, до свидания.